Бисмиллахиррахманиррахим. Сегодня поговорим немного о благодарности. То есть, чтобы это понять, такой маленький пример приводится в книгах Бадюзаман Саида Нурси. Например, скажем, вы какой-то правитель и нашли очень бедного человека, там ему негде было спать, и кушать нечего, одевать нечего было. Предлагаете ему подняться в какую-то башню, скажем, наверх. И на каждой ступени вот он шаг делает, вы ему даете подарок. Скажем, какую-то хорошую одежду. Потом еще шаг сделал, даете ему, допустим, этот, скажем, самый лучший телефон современный. А на самом верху этого холма или там, или башни, даете самый большой подарок. Скажем, самый такой лучший дом на берегу моря, скажем, вот ему подарок, все, что нужно. И он потом начнет жаловаться, недовольствовать. Почему этот холм не такой большой, как та башня там, допустим, или какой-то многоэтажка, почему я не еще выше не забрался и не получил еще больше даров. Точно так же каждый из нас из небытия обрел бытие и не стал ни деревом, ни камнем, ни деревом, ни животным, а именно стал человеком, да? Поэтому, что Всевышний дает созданиям какие-то дары постоянно, и никто не имеет права на него жаловаться, потому что мы ничего не заслужили. Мы ничем, там Всевышний нам ничем не обязан, мы ему постоянно обязаны. Например, минералы не могут сказать, почему мы не стали растениями, не могут предъявлять претензии. Скорее, будучи удостоенными неорганического бытия, на них возлагается право благодарности своему Создателю. Потому что не было у них никакого бытия, Всевышний им какое-то бытие дал, уже должны благодарить. Точно так же растения не имеют права говорить, почему мы не стали животными, жаловаться. Но поскольку вместе с бытием они удостоились еще и жизни, то им причитается быть благодарными. Также и животные не могут предъявлять претензии, почему мы не стали людьми. Так как помимо того, что с тем бытием, то есть существование обрели, жизнь им еще должна такая дана, такая драгоценность, как душа. За это им причитается быть благодарными. И так далее, сравни сам. О, недовольный человек, ты не остался несуществующим, а облачился в благо бытия и вкусил жизнь, не остался неудушевленным и не стал животным. Ты обрел благо ислама, не остался в заблуждении, повидал благо здоровья и благополучия и так далее. О, недовольный и алчный, небережливый и расточительный, и несправедливо жалующийся, беспечный человек. Твердо знай, что благодарность и довольство имеющимся – это выгодное, а алчность – это убыточная непризнательность. Бережливость – это красивое и полезное уважение к дарам, а расточительство же – отвратительное и вредное пренебрежение дарами. Если у тебя есть разум, то привыкай к довольству и старайся быть благодарным и довольным. Если же не можешь терпеть какие-то трудности или там проблемы, то скажи: «Я сабр, проси у Всевышнего терпения, будь доволен своей участью, не жалуйся, знай, кому и на кого жалуешься, и молчи». Однако, если желаешь жаловаться, то жалуйся Всевышнему на свой нафс, на свои страсти, ведь недостаток именно в нем.